Сегодня армяне в одиночку сражаются с великим злом. Их единственная вина в том, что они не турки. Слышали ли вы о пантюркизме? Напоминает ли он вам о чем-то? Еще с древних времен армяне жили в регионе Арцах, входившем в состав Великой Армении. Той самой Армении, первой в мире принявшей христианство как государственную религию. Тогда еще не было ни Турции, ни Азербайджана. Они появились позже, гораздо позже. Они вторгались, захватывали и порабощали. В начале 20 века Турция устроила геноцид христианских меньшинств, таких как греки, ассирийцы и, разумеется, армяне. Среди армянского населения погибло более 1,5 миллиона мужчин, женщин и детей. Убийства армян азербайджанцами продолжались вплоть до начала 90-х годов прошлого века. Когда регион находился в составе Советского Союза, Иосиф Сталин решил передать часть армянской территории Азербайджану в качестве автономного региона. Позже Сталин пожалел о своем решении. Вскоре между Азербайджаном и Нагорным Карабахом начался военный конфликт. Не желая допустить очередной бойни, Армения поддержала своих сородичей. В 1994 году было подписано трехстороннее соглашение о прекращении огня между Арменией, Нагорным Карабахом и Азербайджаном. За прошедшие 26 лет мы строили дома, создавали будущее для своих детей, восстанавливали храмы, возводили города, где люди живут в достатке. Но однажды, подкупив нефтяными деньгами ваших лидеров, ваши СМИ, приобретя на них лучшее вооружение, а также поселив ненависть в сердцах своей молодежи, Азербайджан нанес мощнейший удар по мирным жителям, по нашим городам, по детям, по домам. Сегодня турецкий диктатор помогает своему азербайджанскому коллеге вооружением и террористами со всего света. И все ради того, чтобы убивать людей и уничтожать больницы и храмы, чтобы проводить этнические чистки армянского населения. В центр конфликта Азербайджан отправляет собственные меньшинства, лезгинов, талышей, чтобы избавиться от неугодных народов и пролить как можно меньше турецкой крови. Мы сражаемся за свою свободу, за будущее наших детей, за будущее Арцаха и всего мира. Мы сражаемся против геноцида, против террора. Мы лишь небольшой островок в этом море хаоса. После нас они придут к вам. Они утянут весь мир в бездну. Они разрушат уже не наши дома и храмы, а ваши. Ваш час настал. Пришло время спасать жизни, спасать ваше будущее. Остановите это безумие. Поднимите свой флаг рядом с флагом Армении. Покажите всем, что вы против несправедливости, что вы за тех, кто сражается за свою страну, за свою свободу и за ваше будущее. Вместе мы победим.